Мы сделаем из тебя суперзвезду в мире гонок. 95-й! Роли в кино, реклама, спонсорские контракты. Думаешь, ты познал славу? Мы будем богаты, как короли. Мистер Стерлинг, к чему это все? Ты легенда. И каждая твоя неудача вредит имиджу. Прости, но тебе придется забыть о гонках. Хотелось бы верить, что сегодняшняя гонка не была для него последней. Я сам решу, когда уйти. Ну как настроение? Я не могу выйти на трассу и ездить как раньше. Это не сработает. Переменам противиться бесполезно. Сказать, чтоб я сделал! Что? Не знаю. Нету мыслей. Ужасно рада, что я ваш инструктор. Люблю сверхзадачи. Я вас назову мой винтажный проект. На старт! Внимание! Марш! А? Меня песок съел. Джексон Шторм установил сегодня новый рекорд, показав невероятную среднюю скорость на круге. Как себя вы чувствуете? Вы новых рекордов Шторма уже знаете? А вы не начали думать об отступке? Маквин, взгляните в камеру! Это мой последний шанс, Круз. Последний. Проиграю, не видать мне больше гонок. Не бойся, что ошибешься. Бояться надо, когда нет шансов. А у тебя они есть. Я смотрела по телевизору, как вы летите к победе, и думала, какой он бесстрашный. Эх, вот бы мне так. Disney и Pixar представляют. Тебе уже не стать быстрее Шторма. Но ты можешь быть умнее его. Награда – это сам спорт, а не слава. Шансы Шторма на победу почти 97 из 100. Давай, Маквин! «Тачки 3» в кино с 15 июня.